Саин Бенех, Ундете, телевизор Харакшит. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Радар Спорт». И с вами я, Алена Мироманова. В ближайшие 25 минут я проведу обзор спортивных мероприятий минувшей недели с участием жителей нашей республики. И в сегодняшней программе смотрите. Чемпионат России по стрельбе из лука среди лиц с поражением ОДА. Турнир по бурятской национальной борьбе. Четвертое золото Алисы Жамбаловой на зимней универсиаде. Кубок горсовета по кёкусинкай каратэ-до. Кубок Бурятии по гиревому спорту. И традиционное интервью с легендой спорта. Наши лучники успешно выступили на чемпионате России среди лиц с поражением ОДА. С 1 по 6 марта в Тульской области проходил чемпионат России по стрельбе из лука среди лиц с поражением ОДА. На этот раз в соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из 19 регионов страны, в том числе и спортсмены нашей республики, которые весьма успешно выступили на данных соревнованиях. Золото в личном первенстве классического лука на счету у Сергея Хутакова. Также золото завоевали мужчины в командном классическом луке, выступив в составе Сергея Хутакова, Петра Марзаева и Владимира Иванова. Командное серебро у мужчин и в блочном луке. Они стреляли в составе Баира Шигаева, Бадмыха Миндаева и Александра Дорофеева. Бронза в командном миксе блочного лука. Тут медали достались Александру Дорофееву и Марине Бадмаевой. Также в личной копилке у нашей сборной 3 бронзовых медали. Их завоевали Баир Шигаев, Александр Дорофеев и Марина Бадмаева. В нашем городе прошел турнир по бурятской национальной борьбе. 7 марта в культурно-спортивном комплексе прошел один из самых больших турниров по бурятской национальной борьбе «Бухэ-Бурилдан» в честь Хамбулам Гаман-Дацана. На турнире выступили все желающие спортсмены, обладающие навыками борьбы национального стиля. Возрастных ограничений тоже не было. Выступали как совсем юные, так и взрослые, опытные спортсмены. Как, например, Айдар Санджиев. Он рассказал нам, что, на его взгляд, необходимо для победы в этом виде спорта. Удача должна быть. Физические данные и техника. Я так думаю. В этом году в соревнованиях по бурятской борьбе приняли участие более 500 спортсменов. Зрители заполнили все трибуны КСК ЗММК. По окончанию соревнований все победители и призеры были награждены медалями и грамотами. Алиса Жамбалова стала 4-кратной чемпионкой зимней универсиады. Напоминаю, что со 2 по 12 марта на 11 дней Красноярск стал столицей всемирного студенческого зимнего спорта. В 29-й всемирной зимней универсиаде приняли участие более 3000 спортсменов более чем из 50 стран мира. Они разыграли 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. На данной универсиаде в составе сборной команды России выступила и спортсменка из Бурятии, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Алиса Жамбалова. Она считалась одной из фаворитов и сполна оправдала этот статус. Она выиграла первую золотую медаль для сборной России на дистанции 5 километров классическим стилем, после чего Алиса завоевала свою вторую золотую медаль в гонке преследования на 5 километров. Третья медаль досталась ей в эстафете 3 по 5 километров. И свое четвертое золото Алиса завоевала в гонке масс-старт среди женщин. По итогам всех соревновательных дней Россия опередила своих соперников и заняла первое общекомандное место. В нашем городе прошел очередной кубок горсовета по кёкусинкан каратэ-до. Девятого марта в культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошел уже 6-й кубок горсовета по кёкусинкай каратэ-до. В этом году в соревнованиях приняли участие более 100 бойцов из Читы, Иркутска и Улан-Удэ. На торжественном параде открытия всех участников поприветствовали и пожелали им красивых и бескомпромиссных поединков, после чего начались и сами поединки. Николай Владимирович, сегодня проходит 6-й кубок горсовета. Расскажите немножко в целом о соревнованиях, о правилах этих соревнований. Ну, у нас уже стало традицией приглашать, во-первых, ближайшие города, это Чита, Иркутск, Северобайкальск. То есть постоянно они у нас участвуют. Уже в 6-й раз, как было сказано, мы проводим это мероприятие. В целом, правила у нас, конечно, немножко отличаются от всех единоборств, наверное, скажем, в том числе от каратэ, да? Есть много разновидностей каратэ, но вот этот вид кёкусинкан,
Кукушенка еще, как бы, он полноконтактный. Здесь разрешены удары руками по корпусу и ногами, по всем уровням можно работать. Но есть запрещенные удары, опять же, это удары руками в голову, в пах, в спину. Захваты, бросковая техника тоже исключена. Но поединки, опять же, ведутся до полной победы. То есть пока явным ударом спортсмен не победит. Ну, мы сейчас наблюдаем, тут и детишки совсем, и взрослые выступают. Да, возрастной масштаб, он разный, то есть от 8 лет и старше. У нас самому старшему участнику на сегодняшний день, который здесь выступает, 31 год. Почти ветеран, можно сказать, ну, да? Да, уже близок, хотя ветеранская категория начинается с 34. Стоит отметить, что федерация Кёкусинкан каратэ-до освоена в далеком 94 году. На тот момент еще юным 16-летним руководителем данной федерации Николаем Горбачевым. Вначале занимались взрослые, отмечает Николай Владимирович. Далее этот вид спорта начал приобретать популярность и у детей. И по сей день популяризация данного вида спорта только растет как среди взрослых, так и среди детей. На протяжении всего дня спортсмены выявляли сильнейших. Первыми драться вышли совсем юные участники, как, например, недавно занимающийся этим видом спорта Дмитрий. Несмотря на маленький спортивный стаж, он уже имеет несколько наград, и эти соревнования не стали исключением. Тут он занял почетное 3-е место. Уважаемые друзья, юный Дмитрий, который буквально только что занял 3-е место. Дим, я тебя поздравляю. Спасибо. Большущий молодец. Расскажи, сколько ты лет уже занимаешься? Я уже где-то 2 месяца. 2 месяца занимаешься? Да. И уже 3-е место? Да. Ничего ты молодчина. Где еще выступал? Я еще выступал, ну, пока-то один раз. Один раз я проиграл, и второй раз я выиграл 2-е место. Ну, тяжело сейчас было? Да. Тяжело? Да. Как ты готовился к этим соревнованиям? Расскажи. Ну, я хотел получить 3-е место и 1-е. Потому что, ну, мне мама обещала, если я выиграю какое-то место, она мне даст 4 тортика. 4 тортика? Да. Дальше какие у тебя цели? У меня цели, чтобы дальше разбираться и дальше побеждать врагов своих. Молодец, удачи тебе. Спасибо. После чего в бой вступили и уже взрослые, так скажем, матерые бойцы. Они продемонстрировали всем зрителям и юным спортсменам высокое мастерство и отличную подготовку. Тут, без сомнений, победу одержал самый титулованный участник соревнований Леонид Кондратьев, которого также признали лучшим бойцом. Занимаюсь с 6 лет, это, наверное, лет 15-16, может, даже больше. Солидно. Разряд кандидат мастера спорта. Ну, готовлюсь на черный пояс. А, на черный. А как вообще подготовка к этим соревнованиям проходила? Подготовка идет систематически, то есть конкретной подготовки к этому турниру не было. За дня в день стабильно тренировки. То есть это, видимо, проходящий, это, да, турнир? Проходящий турнир. Куда дальше? Более крупный. Пока не знаю, что будет, то будет. Ну, наверное, ДФО будет или Россия, что? ДФО была, Россия. Буквально в апреле. То есть готовимся на Россию. Как на ДФО выступили? Я не ездил, ребята выступили неплохо. Ваши ребята, вы тренер? Я и тренер, и выступаю параллельно. Ну и конкретно вот на вот этих соревнованиях, как соперники? Уже, наверное, со всеми дрались, боролись? Ну, ребята знакомые, как бы с моим соперником дрался впервые. Ну, первое время все равно разведка боем, и дальше уже как пошло. Ну, мы смотрели, задали ему так жару, прям хорошо. Ну, пытался. На соревнованиях выступили не только представители сильного пола, но и девушки тоже приняли участие. О своих эмоциях и переживаниях перед поединком с нами поделилась юная Алина. Ну, я старалась, дралась на тренировке. И мы били друг друга со всей силы, чтобы привыкнуть к сложным движениям. Соперницу свою знаешь? Да. Переживаешь? Очень. Вы уже с ней встречались или нет? Мы с ней лучшие подружки. Лучшие подружки? Ну, как бы драться с лучшей подружкой? Ну, сложно. Не договаривались, кто первый станет, а второй? Нет. По итогам соревнований общекомандные места распределились следующим образом. Улан-Удэ одержал 1-е место, 2-е место у гостей из Читы и на 3-м месте команда из Иркутска. Также в нашем городе прошел и очередной кубок Бурятии по гиревому спорту.
10 марта в спортивном клубе «Спарта» прошел Кубок Бурятии по гиревому спорту. В этот раз на соревнования съехались более 60 спортсменов. Перед началом соревнований прошел традиционный парад открытия, на котором президент Федерации гиревого спорта Бурятии Сергей Леонов и генеральный директор спортклуба «Спарта» Максим Кузьмичев пожелали всем спортсменам удачи, а также вручили ряд почетных грамот спортсменам, отличившимся уже в 2019 году. Уважаемые друзья, мы находимся в спортивном клубе «Спарта». Здесь сегодня проходит Кубок Республики Бурятия по гиревому спорту. И представляю вам президента Федерации гиревого спорта Леонова Сергея Трофимовича. Сергей Трофимович, давайте поговорим немножко о соревнованиях, которые раз они проводятся. И они проводятся традиционно здесь, в «Спарте», да? Да, эти соревнования мы проводим уже второй раз в спортивном клубе «Спарта». Вот Максим Михайлович как бы нам безвозмездно это помещение предоставляет, и мы очень рады сотрудничеству такому. Вот в прошлом году у нас участвовало около 70 человек, нынче у нас гораздо больше, и девушки у нас добавились. Поэтому гиревой спорт развивается, так же, как во всем мире. Поэтому мы рады видеть. Сегодня, я думаю, будут показаны хорошие результаты. Ну, участники, наверное, со всех уголков республики, да, съехались? Ну да, у нас традиционно, которые на постоянной основе развивают, это 12 районов Республики Бурятия. Это те уже, которые, как мы говорим, зацепились за гиревой спорт. Остальными мы продолжаем работать. Ну вот мы сейчас здесь наблюдаем, что здесь находятся такие все матерые, в основном гиревики, которые активно выступают на соревнованиях на Россиях и на международных, да, выездах. Да, Кубок Республики Бурятия именно рассчитан на таких спортсменов. Старшие, которые уже мужчины, женщины, и есть у нас ветераны сегодня будут выступать, но и выступают старшие юноши, девушки, которые уже буквально, можно сказать, иногда наступают на пятки более именитым спортсменам. Поэтому собрались самые сильнейшие. Но это не отбор никуда, просто такой промежуточный старт, да, разминочный, можно сказать. Ну, он как бы промежуточный старт, который подготавливает. Вот у нас в мае месяце будет проходить чемпионат Республики Бурятия. Поэтому все крупные соревнования у нас... Как бы первенство России прошло, но вот буквально через неделю у нас будет, выезжают ребята на первенство России среди юниоров. Пожелаем им, пользуясь случаем, удачи, успехов. А на прошлом соревновании на первенстве России в городе Кирове по юношам и девушкам наши ребята привезли 8 медалей и еще к тому же стали призерами в командной эстафете. Наши результаты хорошие. Мужчины соревновались в длинном цикле и классическом двоеборье гирями весом 24 и 32 килограмма, а девушки в рывке и длинном цикле с гирями весом 16 и 24 килограмма. О новшествах и правилах нам рассказал мастер спорта международного класса по гиревому спорту, судья данных соревнований Андрей Рассадин. Соревнования у нас, в принципе, обычные. Это длинный цикл и классическое двоеборье. Единственное, мы в длинном цикле убрали две категории, потому что он у нас не такой массовый вид. И получается, сначала у нас девочки идут длинный цикл, это новый вид. Ну, прошлый год весь уже во всей России, во всем мире проводили длинный цикл. Уже и чемпионат мира у девочек по длинному циклу был. Это для них новое. Ну, мы пока потихонечку это развиваем. Далее у нас идут мужчины длинный цикл и мужчины двоеборья. Первыми на помост вышли представительницы прекрасного пола. Тут их выступило четверо. Среди участниц были и совсем юные девушки, и участницы чемпионата мира, и кандидат в мастера спорта Надежда Дуброва, которая, кстати говоря, установила новый рекорд Бурятии, подняв гири 76 раз. Уважаемые друзья, Дуброва Надежда, которая буквально только что закончила выполнение своих упражнений. Надежда, ты являешься кандидатом в мастера спорта, да? Да. Ты сегодня поставила новый рекорд Бурятии. Я тебя поздравляю. Расскажи немножко, как проходила подготовка, сколько ты занимаешься уже? Ой, я занимаюсь 8 лет, но мы тренируемся в неделю 4 раза по вечеру. Часа 2-3 так в день. Ну, не тяжело. Ну, к этим соревнованиям как-то усиленно готовилась или нет? Да нет, я готовлюсь в апреле ехать на Сибирский округ, туда готовлюсь. Так уже выезжала куда-нибудь на соревнования какие-нибудь? Ну, здесь был у нас 4-й этап Кубка мира в 2018 году. Ну, а там выиграл, стал абсолютным победителем. Вот. До этого тоже твой рекорд здесь стоял? Да, мой. Сколько был? 40 подъемов. 40 подъемов. Ничего, ты увеличила практически в два раза. Сегодня 76, да? Да.
После девушек на помост вышли и наши настоящие богатыри. У мужчин был очень серьезный состав. Одновременно на помосте выступали одни из сильнейших гиревиков Бурятии. Дмитрий Коломин и мастер спорта международного класса Василий Недорезов делали проходку, так скажем, небольшую тренировку перед предстоящими соревнованиями. У Дмитрия впереди первенство России, у Василия чемпионат Европы. А вот мастеру спорта Роману Якушеву для отбора на выездные соревнования пришлось выложиться по полной. Уважаемые друзья, Василий Недорезов, мастер спорта международного класса, буквально только что закончил свое упражнение. Ну, такая проходочка легкая, да? Ты сейчас готовишься к чемпионату Европы, да? Да, все верно, я готовлюсь. Чемпионат Европы, город Штольберг, Германия. Сегодня выступление было успешным. Я поднимал гири 7 минут, это была такая подготовка к чемпионату Европы. Я с ней справился. Все идет по плану, да? Все идет по плану, да. Думаю, планируют занять золото на чемпионате Европы. После чего баталии прошли у остальных участников. По итогам соревнований все победители и призеры были награждены грамотами, медалями и кубками. И смотрите далее традиционное интервью с легендой спорта. Сегодня мы побеседовали с заслуженным тренером РСФСР, заслуженным работником физической культуры Бурятии Бусовиковым Владимиром Петровичем. Он награжден 3 медалями ДСААФ, является первым 3 героем Советского Союза Покрышкина. За свою тренерскую деятельность подготовил 3 мастеров спорта международного класса и более 20 мастеров спорта СССР и России в 4 видах спорта. Сам является кандидатом в мастера спорта более чем по 5 видам спорта. Уважаемые друзья, ну вот он, наш прославленный Бусовиков Владимир Петрович. Владимир Петрович, мы знаем, что вы прекрасно состоялись как тренер, у вас просто такие регалии. Давайте немного окунемся в историю, так скажем. С чего все началось? Расскажите немножко о вашей спортивной карьере. Как ваш путь становления проходил в качестве спортсмена? Ну, в качестве спортсмена я занимался многими видами спорта. У меня где-то, наверное, по 5 или по 6 видам спорта. Я уже точно сбился со счета, кандидат мастера спорта я. Я бежал очень хорошо легкую атлетику. Отец, наверное, помнит. У меня на 100 метров я 10-9 бежал. Ну, ты прекрасно понимаешь, что это такое. Да? 11-0, 10-9, да. 1:54.6 бежал 800 метров. Но я в легкую атлетику не ушел. Я был предан биатлону. У нас был наш любимый, знаменитый тренер Миняев Игорь Анатольевич. Вот мы с ним и трудились, и работали. Ну, в биатлоне у меня поменьше были, конечно, регалии. Но выиграли чемпионат Бурятии, там вот, выезжали на соревнования всероссийские. Тогда не было таких больших. ЦСы были, зональные соревнования, спартакиады. Вот. Ну, лыжные гонки бежал. Многоборье, ГТО, зимние, летние, все по уровню. Вот кандидата работал, потому что бежал, прыгал, стрелял, плавал. Все было, но везде помаленьку. Вот, был такой вот какой-то, как говорили, недоделанный мастер, переделанный чемпионатник. Ну, в таком плане все. Ну, нравилось. Вот я так пришел после армии, бегал у Игоря Анатольевича, тренировался, все. Пришел после армии, на второй день уже пришел снова к нему, снова на тренировки. И там уже более серьезная началась работа. Вот. И, ну, опять же, уровня мастера спорта не достиг, но в команду Бурятии был включен, регулярно поддерживали мы эти спартакиады все. Там у нас был и Юра Долбаков, и Витя Неверов, Саня Шнитов, и я, вот эта четверка, которая в «Локомотиве» была. В то время мы и даже лыжные эстафеты выигрывали, и было время и биатлон вот это все время. Вот, ну, кто раньше нас помнит, знает, тот помнит эти времена. Тогда мы работали и тренировались профессионально. Но после этого пошел в ДОСАФ. Так получилось, что приглашал меня начальник стрелкового клуба Терентьев Евгений Константинович к себе. Вот, но я еще бегал. Но я ему сказал, я приду работать у вас тренером, но только в том случае, если вы мне дадите именно карьеру здесь завершить. Как спортсмен действующий, но он 2 года терпел, я 2 года и тренировал, и работал. Вот с 1979 года более уже принципиально начал там, как говорится, работать. Ну и все, и там началось. Работал тренером по военно-прикладному многоборью, кстати, тоже у меня там разряд есть, тоже я чемпион Дальнего Востока по военно-прикладному многоборью. Но вот работал я у него
тренером ребятишек набрал, 65-й школы, там хорошие, ну, как... Тогда, как я все время говорил, у нас экологически чистые спортсмены всегда. Ну, вот действительно, Сибирь, Дальний Восток, у нас люди-то отличаются даже вот от Санкт-Петербурга, там, Москвы там, и прочее-прочее, вот, ближние. У нас ребята совсем другие, они даже и сейчас у нас еще, как говорится, такие азартные, можно найти чистых таких, которые желают еще тренироваться, еще не испорченные. Ну и все, тогда набрал группу, одну сначала, потом вторую, где-то 6-7 поколений вот у меня прошло. Также Владимир Петрович рассказал нам о том, как в нашей республике появилась стрельба из арбалета, о своих учениках, которые добились высот, о музее, в котором мы побывали у него в гостях. Владимир Петрович, говоря уже вот о музее, про который вы говорили, мы сейчас находимся, можно сказать, в вашем втором доме, да, в тире, здесь на территории вот этого тира есть музей, за нашими спинами буквально ваши медали лежат. Расскажите немножечко про них. И медали спортсмену. И медали спортсмену. Да. Ну, а что про них рассказывать? Это вот вся моя жизнь. Ну, вот это лично, с этой, с правой стороны, это мои личные медали, которые я вот завоевал, будучи спортсменом. Вот по легкой атлетике у меня вот болгарские медали. Потом это спортсмены мои, которые завоевывали уже как тренеру чемпиона давали. Чемпиона России, чемпиона Советского Союза, чемпиона спартакиады народов СССР, чемпиона вот России уже свежие такие, чемпиона молодежных игр. Ну, вот это все медали, которые раньше вручались тренерам тоже. Сейчас почему-то не вручаются, раньше вручали вот, медали. Сейчас только грамоты. Ну, а здесь мои личные медали, которые меня уже награждал наше ведомство ДОСАВ. В копилке у Владимира Петровича немало наград. Мы увидели лишь малую часть, представленную в музее. Самые значимые, конечно же, 3 медали ДОСАВ и медали Героя Советского Союза Покрышкина. Также Владимир Бусовиков показал нам стену почета своего музея, которую можно назвать легендарной. Там представлены портреты людей со времен Великой Отечественной войны, имеющие непосредственное отношение к полевой стрельбе Бурятии, в том числе и отец Владимира Петровича. Владимир Петрович, спасибо вам за интервью. Может, будут какие-то пожелания для наших телезрителей, напутственные слова? Ну, прежде всего, конечно, как всем говорят, занимайтесь спортом. Но хотелось бы обратить внимание на пулевую стрельбу, потому что в данный момент у нас в Бурятии появился такой шикарный комплекс стрелковый. 3 тира. Сборная команды России уже второй раз собирается сюда приехать. Вот, ей это нравится, здесь они завоевывают, здесь уезжая от нас лицензии на Олимпийские игры в Токио. И главный тренер сборной команды страны Колдобина Татьяна Владимировна сказала, что мы здесь, наверное, приедем в апреле и перед Олимпийскими играми в Токио будем тоже здесь. Нам здесь нравится, здесь тепло, уютно. Так что я приглашаю всех желающих тоже посетить наш спортивный комплекс. Приходите, не пожалеете, попробуйте, посмотрите. Ну, а ребятишек своих ведите в спорт. Но если не в пулевую стрельбу, то хоть куда, потому что я занимаюсь уже спортом около 50 лет, если не больше, если посчитать. И твердо уверен, меня с этого никто не убедит, если вы в свое время не пригласили своих детей в секции, не отвели, в 15-17 лет будет тяжело вам их туда водрузить. Так что давайте все в тиры, в спортзалы и заниматься все-таки спортом. Пускай с них не получится больших спортсменов, но с них получатся хорошие люди. И сделаем с вами кадр на память. Дорогие друзья, это, как всегда, далеко не все, о чем я вам хотела рассказать. Смотрите нас каждый четверг на канале ТВКОМ в 20:30. Также новости дублируются в нашем Инстаграм и Фейсбук. Прощаюсь с вами ровно на неделю. И помните, побеждает тот, кто не сдается. Дахин Улзутара, БРТ.